Привет! Это игра под названием Children of Morta, мы продолжаем. Давненько я в нее не играл. Думаю, что пора бы уже перейти хотя бы на следующую локацию. Так, а почему не меняется? У меня нет дневников, разве? Бергсены. А ну стоять. Разные сведения. Я же что-то находил. Предметы. Но это ерунда, дедушкины дневники. Документы. Отлично, все, думаю, можно идти. Даже не знаю, кого в этот раз взять. Кто неплохо может справиться с боссом, блин, долбанным? Люси. 6, 8, 4. Можно Марка взять. Или опять Люси. А у нее осквернение. Ну пусть будет Кевин. Ладно, Кевин. Сейчас я по-быстренькому вспомню управление. Потому что давненько не играл. Это у нас инвиз получается, да? Угу. Ладно. Ладно. Так, тупая паучиха. Дохни, дохни. Они уже вон, блин, отъезжают. С одного удара. Пора бы мне пройти. Я все никак не могу. Может ли тело выдержать игру разума? Какую кнопку нажать? Пусть вторая будет. Урон получил. Нифига себе, подстава. Надо было нажать и сразу свалить с нее. Обидно. В общем, мне желательно найти какую-нибудь хилочку. Было бы идеально. И просто какую-нибудь защитку. Тогда было бы потрясающе. Ах, вы говнюки! Почему я не могу так стрелы отбивать? Было бы идеально. Сбегаем в ту сторону, почему бы и нет? Почему бы и нет? Откроем. Что это? Дает 3 самоцвета, то есть я потратил 1, взамен получил 3. В сумме у меня их 4. Больше опыта временно получает. Ну, неплохо. Эта мышь не сдохла. И это. Ладно. Теперь точно направляемся направо. Там нас ждут приключения. Блин, хотелось бы уже убить босса, чтобы перейти к следующему. Но как-то все неудачно складывается. Это у нас значительно уменьшает получаемый урон. Ну, будет меня кто бить, не будет. Нападайте, крысы. Хилочка ни к чему. А почему здесь так много пауков, я понять не могу. Раньше такого не было. Они что, опять что-то поменяли в игре? Понять не могу. Тут пауки, 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 пауки. Что? И переход на следующий уровень. Это у нас усиливает урон от основной атаки. Это неплохо. Стоп, открой карту. Ага, здесь закончили. Ну блин, это классная штука. Надеюсь, дальше будет только лучше. Открываем. Эй, всем салют. Вот здесь уже другие враги. Здесь есть скелеты. А, я вот про это совсем забыл. Дохни, дохни, дохни. Угу, супер. Ага, и этот бомж идет. Это довольно неприятно. Вернулся.
Мастер-класс, сейчас мы покажем. Оба-на, смотри, инвиз. О, я так из инвиза. Как это подло. И неприятно. Так. А вот так... Что вы на это скажете? Эта крыса меня ударила. У нее получилось. Ой, 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 блин, не застревай. Что за издевательство? Только что было. Ладно, хилки есть, их пока не стоит трогать. Вот это возьмем. Хотя их слишком много. Лучше бы у босса они выпадали. Пользы было бы намного больше. Так, помогает быстрее восстанавливать ярость, ладно. Я уж и забыл про ярость. И что она мне дает, кстати говоря, я тоже не помню, надо почитать. Такая уж невинная игра, случай памяти. Пусть будет вторая. Нет, так нет, мы уходим. Это уже не мои проблемы. Так, где магазинчик? Я могу что-нибудь приобрести? У меня 5 самоцветов. Это целая куча. В общем, если я опять сдохну, я буду вкладывать очки... Даже не очки, деньги в урон. Создает временную ауру, атакующую ближайших врагов. Ладно. Потому что я прокачиваю какую-то ерунду, например, чтобы получать больше опыта, больше золотых монет. Но мне это ничего, по сути, не дает. Как я был слабым, так и остаюсь. А вот эти вложения в урон, это, ну, действительно стоящая вещь. Которая действительно делает меня сильнее. Как-то часто у меня уклонение работает. Я, конечно, не жалуюсь, но это странно. Не, блин. Сейчас попал. Оба-на! Надо проверить, что за аура. А, вот это. Это довольно неплохо. Когда я буду у босса, она мне может пригодиться. Я его вообще уже давно мог убить. Потому что у меня как-то раз... Была возможность отличная. Мне чуть-чуть здоровья не хватило, потому что мы с ним сдохли одновременно. В целом же там был довольно удачный забег. Так, оно отвали со своими лужами. А это неплохо выжигает жизни. Минус мелочь. Ладно. Идите сюда, идите, не стесняйтесь. У меня уже самоцветов 8. Я могу весь магазин там выкупить. Разумеется, я сейчас открою сундук. И это обычная руна вонючая. Верь клинков отбрасывает врагов. Причем не самая удачная руна. Что у тебя? Спутник-стрелок, который сражается на вашей стороне. Создает область ерунда. Отравляет раненых врагов. Небольшой шанс восстановить здоровье при атаке. Спутник-стрелок, который сражается на вашей стороне. Берем. Я говорю, берем. Спутник-стрелок, это здорово. И шанс восстановить здоровье при атаке. Мы лупим довольно часто, поэтому... Это будет здорово. Небольшой шанс. Давай. Я не могу вот просто бить и восстанавливать тем самым. Но, наверное, это было бы слишком читерски. Все. И еще я могу открыть один сундучок какой-нибудь. Если здесь такое имеется. Если нет, хотелось бы еще найти 2 самоцвета. Чтобы на следующем этаже тоже сходить. Магазинчик. Ой, блин.
Тихо. Сильно повышает шанс критического удара и урон за счет медленной и постоянной потери здоровья. Нет, мне такое не нужно. Спасибо. Вынужден отказаться. Мне бы вот еще какого-нибудь спутника. Или инвиз какой-нибудь. Потому что я могу быть в инвизе. А этот спутник будет лупасить босса. Это очень удобно. Так, это что? Значительно повышает удачу. Оба-на. А сколько у меня очков? Одно. Но у меня открылось вот это. Выйдите из теней, нанесите большой урон. То есть урон 200% в два раза больше, но такое себе. Увеличивает вероятность уклонения Кевина. Врагам становится труднее по нему попасть. Шанс уклонения плюс 4%. А вот это члены семьи получают руноспособности Кевина. 4%, ну блин. 4. Давай. 4 так 4. Так, откроем. Я надеюсь, там что-то ценное. Это какой-то тотем. Фигня. Лучше бы какая-нибудь пассивка хорошая выпала. Но это было бы получше. Вот это что, самоцвет? Три штучки опять, это здорово. И библиотека. Новая запись. Самоцвет. Самоцвет. Какой-то это очень быстрый забег. Потому что я уже сейчас попаду на третий этаж, и я не понимаю, с чем это связано. Может, в прошлый раз я неплохо прокачал персонажа? После прошлого забега, потому что я не понимаю. Вроде их раскатываю на изи. И обычно у меня уходит, ну, где-то полчаса на три этажа. А сейчас я уже двигаюсь к третьему. То есть все, сейчас босс. Так быстро. Ладно. Да блин, дохните. Зачем меня замедлять? У меня 5 самоцветов. Я хочу сходить к торговцу. Посмотреть, какие у него товары. И не... Иногда и за 2 самоцвета там что-нибудь выпадает годное. Так, где у нас босс? Оба-на. Подстава. Мелкие паучки. Глупые засранцы. Это надо было на босса оставить. Вот я тупанул. Сейчас же это переносится. Блин. Ладно. Ладно. Ну, такая уж невинная игра. Случай памяти. Ну давай нажмем на эту. И побежим. Где торговец? Это бы мне сильно помогло в борьбе с боссом. Это действует довольно долго. Наносит неплохой урон. Поэтому жалко, что я это использовал. Так, это что? Используя плащ теней, вы создаете взрыв. Такое себе.
Кстати, вот здесь можно вот сюда зайти. Сокровищница. Кстати говоря, надеюсь, что-нибудь ценное. Что это? Вокруг вас кружат языки пламени, которые наносят врагам урон. Ну, в принципе, не так уж плохо. У меня как раз ближний бой. С тем дуралеем мне просто придется драться. От этого никуда не убежать. Да боже, попробуй попади, называется. Что это? Временно ускоряет накопление ярости. Ерунда. Так, здесь пусто. Дохни. Дохни. Ой. Тут как-то много врагов. Блин, надеюсь, я не облажаюсь и реально смогу победить босса. Надеюсь, я достаточно силен уже. Да ё-моё. Здесь пусто, сходим в эту сторону. Ага. Сначала надо вот от этого урода избавиться. Оба-на, сколько дает? Один самоцвет. Все, можно эту ерунду ломать. Сломали. Дальше. Ладно, 9 самоцветов это 3 вещи у торговца. Поэтому я хочу сначала взглянуть на его товары, а потом уже открыть сундуки. Восстанавливает часть здоровья. Ерунда. Или что это? Создает временную ауру, атакующую ближайших врагов. Повышает шанс уклонения, можно взять. Вокруг Бергсона возникает магический камень, который вращается по спирали и наносит урон врагам. Увеличивает скорость передвижения. Ну что же, возьмем уклонение. Блин, не та кнопка. И увеличивает скорость передвижения. А, блин, это активируемая ерунда, серьезно. Ладно, остальное такое себе. На самом деле. Хотелось бы что-нибудь получше. К боссу пока не пойдем. Тут еще были сундуки, надо их вскрыть. Возможно, там будет что-то ценное. Здесь. Что это? Что это? Восстанавливает здоровье до максимального в начале нового яруса. Ну такое себе. А ну не приближайся ко мне. Чмошник. Бешенство Кивина не спадает, пока его не ударит враг. Не надо мне такого. Так, убиваем этих слабаков. Сундуков больше нет? Вон там наверху есть, надо к нему сходить. Посмотрим, что здесь. Видишь призывателей в круге, жди беды. Они пусть ждут. Тут кто-то сильный, значит, есть. Да, желтенький. Блин, самый неприятный враг.
Это что? Верь клинков отбрасывает врагов. Нифига больше нет. Ну все, скоро к боссу идти. Ну зачем мне эти самоцветы? За них же нифига не дают. После игры. То есть вот у меня останется еще их множество целое. И зачем, спрашивается оно мне? Тут еще один желтенький. Просто сдохни. Я уже в наглую сражаюсь, блин. Зачем я это сделал? Я потерял кучу здоровья. Просто делаем вот так. И все, минус львиная часть этих придурков. Это ерунда, которая со мной еще и мажет в придачу. Вообще. Вот так помощник. Все, здесь нет нифига. Ладно, возвращаемся к сундуку. Сюда можно было не ходить, но кто же знал, что все так печально. Так. Хилка. Хилка. Не зря я их оставлял. Просто куча бабок. Ну ладно. Сколько у меня их? Почти 3000 за забег. Этого, наверное, хватит, чтобы один раз урон мне усилить потом. Но хоть какое-то продвижение будет в прокачке. Что ж, идем. Или еще раз посмотрим, что у него за товары. Восстанавливает часть здоровья. Временную ауру, атакующую ближайших врагов. Ладно. Я готов. В общем, удерживаем. Бей, 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 бей. Бей, 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 бей. Вот же, блин. Хана мне. Эта ерунда перезарядилась? Бей, 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 бей! Я победил! Ура! Вот этот щит был крутым. Он мне очень помог, очень меня выручил. Наконец-то! Я справился! Наконец, вырвавшись из схватки скверны, Знайдая взглянула на Бергсона изумрудными глазами, полными неизбывной усталости. Она тут все очистила. Ну вот, неплохо. Так, Кевин вернулся, все рады. Она пришла, может, награда будет какая-нибудь? Горы золота, например. Слова духа обрели форму.
рисуя картины того, что было скрыто от Бергсонов. И мы, три духа, склонились перед горным богом Оу и поклялись ему верности. Ну, мы желали покоя. Он же желал испытать нас. И когда испытание подошло к завершению, мы узнали, какой страшный конец нас ждет. Ибо горный бог обрушил свою месть на детей Риаданы и запятнал Рею скверной. То есть это финальный босс будет, скорее всего. Такова была правда, что открылась с Бергсоном, но впереди было еще много загадок. Вопросы переполняли разум каждого из Бергсонов. Если источником скверны был горный бог, что подтолкнуло его ко всем этим разрушениям? Как вышло, что никто не знал о нем раньше? Им нужно было найти следующего духа, который, быть может, знал ответы хотя бы на часть вопросов. В краю ветров их ждали новые истины. Так, что, Марк? Больше не страдает тот осквернение. Зайдем в мастерскую. Или в книгу. В книге у нас что? Перезарядка божественной реликвии. Вот это так-то крутая штука. Количество опыта. Ладно, усиливает эффекты святилища. Количество получаемое из врагов Морвы. Кстати, не намного увеличивает. Открывает руны для разных ячеек. Повышает прочность рун. А почему у меня тут ноль? Открывает руны для разных ячеек. В смысле, руны для разных ячеек. Повышает прочность рун. А, рун. Вот, а это реликвии. Ладно, я думаю, что за ерунда. Дальше. Искусство войны. Можно урон вот себе увеличить. И что у нас останется? Шанс уклонения можно прокачать. Я не знаю, какой максимальный. Но 10%. Плюс у этого Кевина еще 4%. Хоть что-то. Скорость. Или все-таки сейчас уже вложиться в это? Ладно, нет, урон. Все. 800 монет. Первоклассное снаряжение. Дали достижение. 850, вот это можно прокачать. Или вот это. Давай. 650 стоит. И можно тогда на этом закончить. Стоп, у него что-то есть для меня? И снова письмо, на этот раз более личное. Все, чего хотел Бен, получить от Шейлы хоть какую-то весточку. Он ничего не просил и не упоминал о минувших годах. Он снова задумался о том, чтобы отправиться в Тиралаву, если ответа не будет. Все, больше никто ничего сказать не хочет. Тогда пока.